Вы когда-нибудь встречали этого врага? Так вот, вместо призыва монстра, призывающего монстра, он призывает самого себя. Без бомб тут не обойтись. Кстати, о бомбах. Теперь каждая вторая бомба при взрыве призывает еще две бомбы. И если у вас есть иммунитет ко взрывам и карта башня, вы убьете даже делириума. Одно из худших проклятий в игре получило усиление. Теперь, при проклятии слепоты, если вы подбираете предмет, которого второго тира и меньше, вы получаете локдаун. Козла спущения. Ну, монстры. Теперь при его смерти он призывает Бишопа, который защищает его мух. Какой самый рандомный босс в этой игре? Да, это делириум. Теперь он будет ускоряться каждую секунду. Тут уж без бомб не обойтись. О, ой, ой.